Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Ольга Савкина, и сегодня наконец-то долгожданный выпуск, потому что сегодня снимаю для вас супер большие размеры с 56 до 70. Нашла для вас такой магазин. Производство здесь Россия, три цеха у них находятся в Москве, один в Бишкеке. Качество хорошее. Ткани шикарные, это в основном шифон и хлопок. Я нахожусь, это город Москва, торговый центр, садовод, корпус А. Давайте покажу сразу вывеску, обратите на нее внимание. Написано прям крупно: женская одежда, большие размеры. Линия D, павильон номер 27. Будете проходить, заходите обязательно сюда, что-нибудь выберите. Итак, сегодня буду рассказывать вам я про одежду, так что поехали. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. И начинаем с первой модели. Модель крестьянка. Это более укороченный вариант. Посмотрите, какое красивое шитье. Здесь короткий рукав. Здесь резиночка идет. Это все вышивка. Производство Россия. Размеры 58-68. Цена 2800. Похожая модель. Если это укороченный, такой более короткий вариант, более молодежный, то эта модель больше сделана как туника. Она немножко подлиннее. Также идет шитье. Вышивка немножко другая, если здесь цветы, здесь такие как будто бы капельки и плюс еще пуговички. 2800 также цена, и еще есть она в синем цвете. По бокам разрезики. На лето, вот сейчас жарко, это будет вообще супер модель. 58-68, цена 2800. Хлопок. Дальше, следующая модель, такая блузочка. Внизу тут разрезики, небольшая резиночка, животик тоже скрадет, V-образный вырез, рубашечный стиль, хлопок шифоном, ткань софт, называется такая она, ну, легенькая, тоненькая. Смотрите, цвета, есть белая с буковками принт и есть синяя в капельку, или как звездное небо тоже можно ее назвать. Красиво смотрится, цена получается 2600. Дальше, следующая модель. Здесь также идет ткань софт, это хлопок с шифоном, V-образный вырез, красивые такие рукавчики. Есть она вот такая с черным принтом. И есть такая же модель, более яркий вариант, такой прям насыщенный. По стоимости 3000 рублей. Размеры также самые 58-68. Дальше идет рубашечка, рубашка на пуговичках, пуговички все рабочие. Рукавчик такой, не сильно длинный, не сильно короткий, как раз на лето идеально. 2400 ее цена в розницу. И смотрите, есть еще на таком классическом бело-черном оттенке. И еще есть вот такого плана рубашка. Также ткань идет софт, легкая-легкая, смотрите, тоненькая. Цена ее будет 1100. И также идет на пуговичках. Размеры также самые 58-68. Софт. Полностью рабочие пуговицы. Здесь такой рукавчик тоже симпатичный. По стоимости 3400. Дальше. Супер софт. Это вот такая ткань, которая просто невесомая. Посмотрите, какая она парящая. Тоже подойдет абсолютно под любой низ. Здесь, кстати, есть и брючки, и юбочки. Тоже дальше покажу. По стоимости эта модель 3000 рублей. Размеры 60-70. Очень красивая рубашка, прям на лето, такая нежная, воздушная. Тоже ткань, софт идет. 3000 рублей, размеры 60-70. Очень красивая рубашка на какое-то мероприятие под синие брючки, под черные брючки. Вообще будет очень красиво смотреться. Ткань идет софт, то есть это хлопок. Хлопок с шифоном, нарядно смотрится, не мнется. По стоимости 3000 рублей, размеры 60-70. Вот эта рубашечка, также размеры 60-70, по стоимости 3000 рублей. Ткань здесь идет уже в болгаре. Дальше здесь хлопковые модели, тоже 3000 рублей. Такая как туника идет, размер 60-70, ткань в болгаре. Это хлопок с вискозой, напоминаю. Это как будто бы юбочка внизу. И смотрите, есть еще такая в зеленом цвете.
Есть просто блузки базовые. Такая есть в белом цвете и есть в цвете бордо. Размеры 60-70 по стоимости 3200 рублей. Это цена в розницу. По поводу опта обращайтесь к Татьяне, к Оксане. Телефончики их будут указаны. Вот эта модель следующая. Ткань здесь идет болгари. То есть это хлопок идет с вискозой. Красивая нарядная блузка в размерах 60-70 по стоимости 3000 рублей. Есть в сером цвете, есть цвет мята. Дальше популярная рубашка газетка. Это прям очень известный принт. Она удлиненная, смотрите. Также размеры 60-70 прикроет все недостатки, если кому что-то нужно прикрыть. По стоимости 3000 рублей. Она к низу такая немножечко даже как трапециобразная. Следующая модель тоже очень нарядная, красивая. Можно на какое-то мероприятие, а можно даже, кстати, вот летом на купальник, например, накинуть. Такая свободная рубашка. Ткань идет болгари. Размеры 60-70, цена ее будет 3200 рублей. Нарядная блузка, которая будет шикарно смотреться с какими-то, например, бордовыми брюками. Можно на какое-то мероприятие пойти, очень стильно смотрится. Причем как на лето, также можно ее и на осень носить, потому что цвет такой универсальный. Ткань здесь идет софт. По стоимости 3200 рублей, размеры 60-70. Дальше. Летняя модель. Вот такая вот футболочка. Здесь, если рукавчик идет подлиннее, здесь рукав идет покороче. Лето у нас очень разное. Смотрите, вот эта модель интересна тем, что здесь есть карманы. Практически нет моделей ни у кого, где есть карманы. Вот на футболочках, на блузках. Здесь эти кармашки есть. Эта модель у нас в трех оттенках. Раз, два, три. То есть такой бирюза, такой розово-фиолетово-синий и белый с морскими такими вставками. По стоимости эта модель 3000 рублей, а размеры 58-68. Красивая модель. Здесь идет ткань хлопок с вискозой. Дальше. Следующая модель, ткань софт. Очень ярко смотрится. Ну, как будто бы под бренд. На самом деле только его отголоски. Подойдут абсолютно к любому низу. Размеры 60-70, по стоимости также 3000 рублей. Вот эта модель 58-68. Смотрите, ткань софт, тоже ярко смотрится. Причем ее можно тоже как на лето, так и на осень красиво будет смотреться с какими-то и красными брючками, желтыми брючками. Вот если хотите ярко выглядеть, выбирайте ее. По стоимости 3000 рублей. Раз цвет, и второй цвет тоже очень насыщенный, нарядный за счет вот этих вставок ярких. Так же самое, 3000 рублей. Производство Москва. Ткани здесь Корея, то есть хоть они производят в Москве, но ткани не заказывают действительно хорошие, качественные. Следующая модель рубашечка на пуговицах. Рукавчик такой чуть удлиненный. Ткань идет, это софт. Размеры 58-68, цена 3000 рублей. Следующая моделька, это трикотаж. Трикотаж, смотрите, хорошо тянется. Прям супер летняя модель, легенькая. По стоимости она 2800 рублей. Это по поводу розничной цены. По поводу опта, конечно, цена будет другая, узнавайте. Следующая, так, вот эта модель показала. Следующая модель, это такая как туника. Она вообще, тут очень большой запас ткани, поэтому она идет с 64 по 74 размер. То есть любая девушка здесь поместится, будет красиво смотреться. По бокам разрезы, здесь кармашки, ярко смотрится. Значит, здесь она представлена раз цвет, два цвет. По стоимости 2800 рублей, 64-74, вот такие даже размеры здесь присутствуют. И посмотрите наверх, так же самое, в таких же размерах. То есть достаточно большие просторные туники 68-74. И цены их немножко разные, отличаются. Узнавайте уже конкретно по модели. Ну, колеблется где-то от 2600 до 3400. Так, такая необычная модель, рубашка-пиджак. То есть носят его как на праздничные какие-то мероприятия. Смотрится достаточно официально. Необычная действительно такая модель.
в размерах 58-68, ткань здесь Ferrari, это корейская ткань, и по стоимости 3000 рублей. У них есть вариации, смотрите, вот это однотонная модель в красном цвете, однотонная модель в черном цвете, и такой цвет, наверное, пыльная роза, правильно сказать. Вот этот вариант, он и летом в нем не, сейчас покажу, и летом в нем не жарко, и зимой не холодно. То есть вот такая ткань, которая и держит тепло, и не пропускает сильную жару. И также, кстати, такой вариант есть еще на осень. Вот, смотрите, более темный такой вариант. Здесь ткань уже поплотнее идет, в черном цвете и в сером цвете. Нарядно будет выглядеть, как серебро она прям сделана. Рукавчик тут такой симпатичный. Есть еще такая модель в другой ткани, смотрите, более с таким слоском, так же самое 3000 рублей, размеры 58-68. Здесь цвета есть темно-синий, красный, зеленый и цвет пыльной розы. И еще хочу показать вам один жакет, пиджачок, не знаю, как правильно сказать, если честно. Здесь хлопковая ткань, это дорогая ткань, ажур. Сделана она как будто бы вручную, хотя на самом деле это отшивается на фабрике. Вот, посмотрите, как все аккуратненько, тоненько, просто невесомое. При этом никакие ниточки не торчат, все прям вот хорошо прошито. Кармашки по бокам. Вот эта дорогая модель, она в рознице стоит 5000 рублей. Размеры 60-70, но потом, конечно, будет дешевле. Ну, модель супер, ее можно как на мероприятие накинуть, на какую-то маечку, футболочку, также можно ходить на каждый день, даже одевать ее на голое тело, если у вас, например, бежевое белье, то есть его не будет видно, она не сильно будет просвечиваться, но вам будет в ней прохладно и хорошо, комфортно. Потрясающее платье, струящееся, поэтому оно подходит на размеры от 60 до 70, даже до 80 размера, хотя в маркировке у него стоит 60-66, но здесь, во-первых, вот такая резиночка кружевная идет, то есть по всему кругу, и оно растягивается. Во-вторых, здесь обратите внимание, сколько ткани. Вот это я сейчас вам самый маленький размер, 60-й показываю, то есть запас здесь большой. В нем можно как на пляж, так же и в ресторан, то есть и в пир, и в мир, и куда захотите. Красивые вот такие маки. Это платье есть в синем цвете и есть в черном цвете. В синем сейчас тоже покажу, именно с маками. И есть еще один вариант. Смотрите, вот с маками тоже, как красиво оно смотрится. Оно просто вот невесомое, парящее. Спереди, кстати, оно идет укороченное, сзади удлиненное, как будто бы платье со шлейфом получается. Поэтому дорого смотрится. И есть еще один вариант этого платья. Также идет в черном цвете, но здесь идет другой цветочек. По стоимости 4800. Размеры до 80 размера. Итак, удлиненная рубашка. Тоже в ней можно пойти и на мероприятие какое-то, можно носить ее как каждый день. Смотрите, здесь небольшое количество стразиков спереди. И сзади такая красивая молния, интересно смотрится. И тоже небольшое количество страз. Ткань здесь идет корейская. В составе здесь идет вискоза 64%. Полиэстер, эластан, состав действительно хороший, ткань называется Ferrari, пуговички по всей длине, и эта модель есть в оттенках. Вот у меня бордо, дальше есть пыльная роза, кирпич и яркий красный цвет. Вы можете ее носить как удлиненную рубашку, также можете носить ее как платье, если у вас высокий сапог, какие-то красивые лосины, тоже будет красиво смотреться. В ней можно и летом, и осенью, то есть это такая модель универсальная. Еще из такой же ткани есть, то есть ткань Ferrari, есть еще вот такие рубашки трапеции. Это у кого получается не маленький верх и широкий низ. Шикарно будет смотреться, удлиненная рубашка также идет на пуговичках. По стоимости 3500 рублей, размеры 60-70 и цвета красный цвет, черный цвет. В ней также можно и в пир, и в мир, и в добрые люди. Очень оригинальная модель, здесь сделана как будто бы наискосок, трапециевидная модель, то есть это тоже подходит для тех, у кого маленький верх и большой низ. Здесь по бокам также идут разрезы, ткань идет софт, по стоимости 2000 рублей. Смотрите, какие симпатичные рукавчики, модель просто супер, вот на лето рекомендую. Дальше следующая модель, также идет трапециевидная, тоже смотрите, сколько внизу ткани. Поместится любая девушка. Размеры 60-70.
Смотрите, сзади какая красивая спинка идет, вся в цветах. Также самая по стоимости 2000 рублей, размеры 60-70. Дальше, следующая модель. Вот такая рубашка, красиво смотрится, тоже достаточно нарядно. Можно как под какие-то белые брючки, светлые брючки летом одеть. Можно осенью ее тоже носить уже под более темные варианты. Размеры 60-70, по стоимости 2400 рублей. Дальше, вот такая модель. Ткань легкая-легкая, это также идет софт, как будто бы сделана рубашечкой, V-образный вырез, это, кстати, не так часто встречается V-образный вырез, она сразу шейку удлиняет. По стоимости также 2400 рублей, размеры 60-70. Следующая модель у нас 3000 рублей, вот такая нарядная рубашка на пуговичках, все пуговички полностью рабочие. Следующая моделька у нас по стоимости 2800 рублей, также трапециобразная. Обратите внимание, по бокам идут разрезы, V-образный вырез. Очень красиво и нарядно смотрится вот на женщинах с формами, потому что все недостатки скрывает, а подчеркивает только ваше достоинство. Будет у вас только такой красивый вырез и все. Дальше, вот эта модель у нас сейчас по акции, по стоимости 1000 рублей, да? По стоимости 1000 рублей. Цвет пыльная роза, белый цвет, темно-синий цвет, бежевый цвет, молочный даже, он такой не бежевый. Тоже нарядно смотрится. Сзади спинка такая однотонная, здесь косые пуговички. Везде, где есть косые пуговички, она, получается, фигуру как бы скрадывает, уменьшает. Вот это очень хорошо. Небольшой разрезик. Эта модель просто сейчас по акции, так она была значительно дороже. Дальше, 2000 рублей стоит вот эта модель. Здесь в чем ее плюс? Сзади идет кокетка. Вот, она с одной стороны выравнивает плечики, то есть плечики не спущенные, получается ровненькие, а с другой стороны вниз идет дальше трапеция и скрадывает ваши бедрышки. Здесь идет полностью пуговицы по стоимости 2000 рублей, размеры 60-70 и цвета. Красный цвет, синий цвет и розовый цвет. Вот эта модель на самом деле работает во все времена, и летом, и зимой, и осенью, просто в разных тканях отшивается, потому что модель супер популярная, сидит очень хорошо на девушках, на женщинах. Дальше. Вот эти модели сейчас по супер акции, они тоже были значительно дороже, сейчас они по 1000 рублей. Размеры 60-70. Вот это все 1000 рублей, 1000 рублей, 1000 рублей. Стоп. Да. Штапельные рубашки, которые можно носить круглый год, потому что в отопительный сезон крупным девушкам всегда жарко, и они тоже, ну вот эти рубашки, в них они не будут париться, в них будет некомфортно, и в то же время они будут согревать. Ну а летом так же самое, в них будет не жарко, потому что это натуральная ткань, натуральный штапель прям. 100%. Смотрите, они идут на пуговичках, и они есть в разных цветах, и у каждого цвета свой принт. Например, вот желтый цвет со своим принтом. Дальше, например, синяя рубашка, такие красивые нарядные цветы, ее можно даже на мероприятие, да, какое-то одеть. Дальше, например, лаванда, она идет с бабочкой. Зеленый цвет очень красивый, идет с буковками. То есть вот выбирайте, просите девчонок, они вам пришлют, если нужно, фотографии. Также, кстати, у магазина есть свой сайт, он для оптовиков, и там тоже все модели представлены. Есть еще телеграм-канал, телеграм-канал для всех. Вот, в зеленом цвете буковки, в красном тоже буквы, то есть на любой вкус и цвет. По размерам 60-70, цена их 2000 рублей. И еще есть штапельные рубашки, которые такой более нарядный, более классический, я бы сказала, вариант. Под черные брючки, под бежевые брючки красиво будет смотреться. Так же самое, 2000 рублей. Ткань вот прям тонкая-тонкая, легкая-легкая, вообще невесомая. Смотрите, есть в бежевом цвете и есть они еще в черном цвете. По стоимости так же самое, 2000 рублей. Вот эти рубашки прям рекомендую. 2000 цена. Розничная по поводу опыта, звоните, задавайте вопросы. Итак, юбки. Юбки тут с хорошим стрейчем, то есть здесь 10 клиньев. Прекрасная модель, она не маломерит, обратите внимание, она такая просторная, комфортная юбка, можно в храм, можно тоже на какое-то мероприятие. Черная классическая базовая юбка, размеры 60-70, цена ее будет 3000 рублей. Дальше, есть здесь такие
брючке с эффектом утяжки. Есть ткань плотная-плотная вискоза. То есть, когда вы их одеваете, такое ощущение, что вы в вытягивающем белье. Они корректируют фигуру. Размеры так же самое 60-70, по стоимости также 3000 рублей. Следующая модель. Есть еще брючки-хлопок. ХБшечка такая. Они идут в двух оттенках. В черном цвете. Вот так. И в синем цвете. Сзади идут кармашки. Хорошие прямые брючки. Размеры также 60-70. По стоимости 1800 рублей. Это хлопок. То есть вам в нем жарко не будет. Он такой достаточно плотный. Поэтому вот какие-то неровности тоже видны не будут. Но он в то же время и не толстый, чтобы вам было жарко. Вот. Это какая-то такая универсальная модель. И есть еще лосины. Размеры 60-70. Они идут тоже, смотрите. Ну, тянутся хорошо. По стоимости 1000 рублей. Но это уже синтетическая ткань. Ну, та ткань, из которой обычно делают спортивную одежду. 60-70. И еще здесь есть капри и есть брючки. Сейчас покажу для, так вот, для того, чтобы вы поняли, чем они отличаются. Капри это такой более укороченный вариант. Брючки, соответственно, длинный вариант. Размеры полноценные 60-70. Здесь идет ткань, это хлопок со стретчем. То есть они и тянутся с одной стороны, с другой стороны дышат. Размеры 60-70, цена 2800. И капри, и брюки есть в 6 оттенках. Смотрите, получается шоколад, розовый, черный, беж, зеленый, синий. Но брючки сейчас, цвета закончились, девчонки их ждут. Сейчас пока что, вот прямо сейчас в наличии есть розовый цвет, бежевый цвет и синий цвет. Базовая футболка из вискозы, которая работает круглый год. Ее можно и под сарафан, и под пиджак, и просто как отдельный элемент носить. Они есть в огромном количестве оттенков. Цена их 550 опт, 750 розница. Размеры 60-70. Ткань вискоза, значит, смотрите, цвета беж или пыльная роза, можно сказать, белый цвет, синий цвет, бордо, белый, красный, мята, шоколад. Синий цвет. Вот какое огромное количество оттенков. 750 рублей, размер 60-70. Дальше еще одна футболочка базовая. Это идет уже хлопок. Она идет немножко поплотнее вискозы, но тоже хлопок тонюсенький. То есть он не толстый. Смотрите, какие швы все обрамлены. Тут цена также идет 750 рублей в розницу. Оптом 550. Есть белый цвет, черный, красный, желтый. Тоже 4 расцветки, футболочка супер. Вот, смотрите, это самый маленький размер, 60, то есть размер полный. Дальше, есть вот такие вот футболочки, которые уже надо тоже подраспродать, поэтому такая цена просто смешная. Оптом 200, в розницу 400. Внизу резиночка, здесь стразики, так все нарядно. Есть такая модель. Вот такая модель с V-образным вырезом, также 400 рублей. И вот это в синем цвете, есть еще и в желтом цвете. 400 рублей, размеры 60-70. Дальше. Вот такие вот пончо, то есть сверху и... Так, стоп. Футболки базовые, больших размеров. Тут действительно очень большой запас ткани. Размеры у нас получается 64-74. Представляете, какая хорошая размерная сетка. Модель немножечко идет удлиненная. Смотрите, есть два варианта у этой модели. Есть вот такой вариант, они расцветка, значит, тут полукруглый вырез. Расцветки лаванда, бордо. Зеленый такой цвет хаки и светло-зеленый. И есть еще вот такой вариант, также самое 64-74. Тут расцветки уже есть вот такой цвет красивый, синий с сердечками, есть цветы и есть в таком ярком красном цвете. Здесь ткань идет софт, то есть она такая прям легкая-легкая, воздушная, летящая. Дальше есть еще вот такая кофточка, тоже софт. По стоимости цена 1800 рублей с красными, сама по себе красная, с синими сердцами, красиво смотрится. И есть еще вот такой вариант с цветочками. Дальше есть вот такие вот платья, в общем сетка, платья, туника,
кто как называет, их можно и под купальники. Их также накидывают на сарафаны, на какие-то небольшие платьица. Красиво смотрится. Кто-то носит их с брючками, с такими, с лосинками, и вниз футболочка. И в них можно и на пляж, и на какое-то мероприятие. Если бусики повесите, украсите. 1500 рублей их цена. И здесь такая более жесткая сетка, но она такая тоже не колючая. Темно-синий цвет, голубой цвет. И есть более мягкая сетка. Здесь идет цвет персик и белый цвет. Также есть они в виде жилеточек. Вот есть в белом цвете, в цвете персик. Да, белый цвет я вам уже демонстрировала. Вот цена вот этих жилеток 1200 рублей. Здесь еще такой небольшой аксессуар, чтобы застегивать. Тоже симпатично смотрится. Как раз, кстати, с футболочкой за 750 рублей. И что у нас еще осталось? Остались вот такие шитьем рубашки. Я с них начинала, но немножко другая модель. По стоимости 1800 рублей. Размеры 60-70. Вообще шитье просто супер. The best. И есть еще рубашка, такой более нарядный вариант, со стразами. Стразы сейчас модно, актуально. Они много у кого есть, но в основном у всех маленькие размеры. Здесь смотрите, какой хороший размер. По бокам, кстати, идут разрезики. Немножко удлиненный рукав. Есть драпировочка даже на рукаве. 60-70, цена 1800. Цена. И еще есть такая красивая рубашка со стразами. Стразы сейчас очень актуальны, но в больших размерах я их еще не встречала. Вот, смотрите, 54-64 размера по стоимости 2000 рублей. Они были дороже, просто сейчас вот акция на них идет, потому что осталось совсем немного, так что торопитесь. И в составе здесь 60% хлопка и 70%, сейчас вам даже покажу, что состав супер, вот он. 60% хлопка, 35% вискозы, 5% эластана. То есть состав действительно супер на лето. Платье-рубашка, очень популярная модель на лето. По стоимости 3600. Смотрите, здесь кармашек, полная длина. То есть можно и на пляж, и на какое-то мероприятие тоже, как вам нравится. Хорошая легкая ткань. По стоимости 3600, сказала, 50-66. Дальше еще одна платье-рубашка. Здесь ткань софт. Прям вот она такая супер софт. Вообще невесомая. По стоимости 3600. Спереди идет черный-белый, сзади только белая спинка. Ткань не просвечивается, ткань корейская. Вот, действительно хорошая. Вот вам покажу. В общем, не светится. 50-60 размеры. По стоимости 3600. Дальше. Такое платьице также 3600, очень популярная модель, из года в год ее берут. Ткань тоже достаточно легкая, обратите внимание, хорошая длина и трапеция она сделана. То есть у кого тоже маленький верх, широкий низ тоже подойдет, у кого тут много тоже подойдет. То есть такая модель универсальная, по стоимости 3600. Дальше сарафанчики 2200 с кармашками, также идут трапециевидные. Смотрите, сколько здесь ткани. Размеры 60-60. И есть цвета. Темно-синий, такой голубой. И есть вообще супер модный по джинсу. Тут уже идет хлопочек. Если здесь была ткань софт, то здесь идет хлопок. Так же самое по стоимости 2200 рублей. Их осталось немного, поэтому торопитесь, пока они есть. Сейчас вам будет в них очень классно, комфортно ходить. И вот такое платье по стоимости 2000 рублей, размеры 56-62. Они немножечко поменьше идут. Красиво смотрится. Одеваете сюда бусы и будете самая нарядная. Она есть в розовом цвете. Это гипюр. Гипюр с подкладочкой, поэтому ничего светиться не будет. И есть оно еще и в белом цвете. По стоимости 2000 рублей. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш обзор подошел к концу. Хочу напомнить, что я сегодня находилась, это город Москва, торговый центр «Садовод», корпуса, первый этаж, линия D, павильон номер 27. Большая вывеска, так что не пропустите, заходите обязательно. Кто искал большие размеры, обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что спасибо, потому что мне будет приятно, девчонкам будет приятно, что мы сняли для вас такой обзор, и кому-то он действительно был полезен. Оптовики, звоните лично Оксане, Татьяне, они вам все подскажут по ценам. Цены, конечно же, будут ниже. Ждем вас.